Друзья, всем привет! У меня сегодня хорошая новость. Спешу с вами поделиться. Видео будет полезно как начинающим заводчикам канареек, так и опытным. Может, что-то для себя интересное подчеркнут. Значит, вот есть у меня такая пара канареек. Вот слева самочка, справа самец. Провалился в гнездо. Сегодня утром я обнаружил у этой пары птенцов. Ну, вообще, история этой пары очень интересна. У этой самки первая кладка была 6 яиц, вылупились все птенцы. Она не кормила ни одного птенца. Затем была вторая кладка. Вторая кладка была с этим же самцом. Вторую кладку она выкормила, высидела и выкормила благополучно. И вот тот момент, когда она выкармливала вторую свою кладку, она начала нести яйца и пошла автоматически на третью кладку. Вот так вот выглядит ее гнездышко. И в общем, когда птенцы со второй кладки покинули на 20-й день гнездо, то в гнезде уже было 4 яйца. Из них было 2 оплодотворенных, а 2 неоплодотворенных. Вон, видите, как самец интересуется своим потомством. Так вот, я сбился с счету, когда, как посчитать или когда ожидать вылупления яиц. Ну, а затем так сложилось, что немножко я отвлекся, а сегодня проверял гнездо чисто интуитивно и обнаружил там птенчиков. И что самое интересное, птенчики вылупились не сегодня. Птенчикам на вид уже, наверное, сейчас я вам попозже их покажу крупным планом. Птенчики уже крупные, примерно, может быть, 3-й или 4-й день. На что хочу я обратить внимание этим видео? Дело в том, что все эти дни канарейки мои кушали кабачок. Друзья, кабачок перед вами я давал вот такими вот дольками. Видите, примерно 3-4 миллиметра я резал дольки и вставлял на прищепочку между прутиков. Вот это перед вами кабачок. То есть уже он такой твердокожурой, довольно-таки крупный. В общем, канарейки кушали этот кабачок. Также они ели яблоки. Друзья, вот у меня вот такие вот яблочки. Это кисло-сладкий, такой какой-то сочный сорт. Также режу дольками, вставляю прутики. Это именно с моего огорода. То, что падает с дерева. Вот кабачок и яблочко я закрепляю вот таким образом на прищепке. Канарейкам удобно, они подходят и кушают. В общем, все эти дни, а я так подразумеваю, что птенцы уже были вылуплены и питались тем, чем их кормили родители. Также у меня еще есть здесь, ну это я сегодня им прищепил тоже на прищепочку, видите, это щерица. Щерица с семенами молочно-восковой спелости, как бы, ну, немножко недоспелые, самое то, что канарейки любят. И вот они ее так пожевали. И вот я хочу обратить ваше внимание, что канарейка кушала овощи, фрукты, зелень и кормила своих птенцов, о которых я даже не знал. И птенцы очень прекрасно себя чувствуют. Сейчас я вам их покажу. Они чистенькие, хорошенькие, ухоженные. Сейчас крупным планом снимем. А вот именно сегодня утром я дал им самое заветное питание, которое любят канарейки. Друзья, вот вы видите яичко. Птицы съели желточек. Ну, белок поскольку поклевали. Но в основном желток. Вот с сегодняшнего утра они получают желток. Казалось бы, надо давать желток с первых дней. Но я, к сожалению, не успел. Не увидел, не заметил. Таким образом, ссылаясь как бы на его величество случай, или как сказать, я не знаю, это я все сделал не специально. То есть на этом можно сделать выводы, что канарейкам в первый день вывода, когда вылупляются птенцы, как принято считать, надо давать только яйцо, сухой корм. Ну вот, я на своем опыте убедился, что можно давать с первых дней.
Немножко яблочко, немножко кабачок, немножко зелень. Самочка, кстати, оказалась очень даже хорошей мамашей. Хорошо кормит птенцов, но почему-то свой первый выводок в 6 птенцов она не выкормила. Все погибли. А теперь вот второй выкормила хорошо, и сейчас третий тоже кормит хорошо. Может быть, это связано из-за того, что самец стал помогать, потому что первый выводок она сидела одна, без самца. А вот на второй выводок я самца оставил, и на третий выводок, вы сейчас видите, она тоже вместе с самцом. В общем, есть над чем задуматься, есть о чем поговорить. Друзья, поэтому это видео решил выложить, чтобы все посмотрели, как птенцы кушали с первых дней, получали в питании и яблоко, и кабачок, и зелень. Ну, все было по-разному. Но при этом моя птица как бы всегда ест. Уже у нас август. Она уже примерно, моя птица, недели две кушает яблоки. Зелень она ест с первых дней еще весны. То есть птица привыкшая, может быть, это я к тому говорю, что если вы своим птице никогда не давали ни морковки, ни яблока, ни кабачка, а потом вдруг птенцы вылупятся, и вы начнете скажете: о, я видел, там человек кормил, и яблоко давал, кабачок, и зелень давал, и я тоже своим дам. Нет, друзья, так нельзя. Надо делать все постепенно. Если ваша птица привыкшая к зелени, к яблокам, к овощам, то и вы можете потихоньку кормить их в момент, когда у них птенцы. А так все делайте предельно аккуратно и осторожно. Помимо всего прочего, также в клетке есть вот это классическая зерносмесь. Первым делом птицы выбирают канареечное семя, лен, семечки вон одна осталась, потом рапс и проса. Как приятно посмотреть, когда самочка сидит, греет птенчиков, а самец хлопочет, то покушать принесет, то просто так в гости заглянет. Вот такая вот у меня парочка. Кстати, канарейка у меня в линьке. Видите, как получилось. Многие спрашивают, что делать. Канарейка в линьке снеслась там или птенцы вылупились. Ребят, ну могу посоветовать только усилить и еще раз усилить, разнообразить кормление. И тем самым канарейка будет и сама питаться, получать полезные, и птенцов кормить. Как бы исходим от того, что скудное питание – это залог провала канароводства. Чем питание будет разнообразно, насыщенно, тем будет лучше. Сейчас я вам покажу птенчиков, какие они у меня получились. Вот, обратите внимание, два птенца. Далеко не первые сутки им сегодня. Я, честно сказать, затрудняюсь сказать их не возраст. Ну, наверняка, может, скорее всего, дня 4, как бы, может, даже и 5 дней. Вот этот, который слева, обратите внимание, какой он здоровый. Вот смотрите, если вот сейчас вы видите, яичко лежит, когда он вылупляется, он помещается в яичке. А сейчас посмотрите, он далеко-далеко не поместится в яйце. То есть, ну, я думаю, ему дней 5 точно есть. Сейчас посмотрим, как он накормленный. Вот, видите, зубики желтенькие. Возможно, обычно, если одуванчиком кормят, то там видно траву зеленую, а тут желтенькие. Ну, в общем, ребятки, вот такие вот птенцы. Этот еще, видите, голодный, кушать просит. Сейчас оставим их наедине, пускай родители подкрепятся. Сейчас я им обновлю яйцо новенькое, дам новую порцию желтка. И пусть кормит, второго накармливает. Друзья, кто сталкивался с подобным совпадением, с подобной ситуацией, напишите, пожалуйста, в комментариях, чем у вас все кончилось, как все прошло, какие получились птенцы. Вот, честно сказать, я бы даже и не представил, что из этой самки, которая первый выводок свой ни одного птенца не выкормила, получится такая заботливая мамаша. Я все-таки подозреваю, все дело в самце. Есть некоторые самки, которые могут спокойно и без труда, ну, скажем, благополучно выкармливать птенцов в одиночку. А есть самки такие, которые вот именно с самцом выкармливают своих птенцов. Еще есть такие самки, которые вот именно с определенным самцом. Не вот с этим, не с этим, а вот именно, допустим, там с конопатом или с чубатым. Тогда они будут кормить своих птенчиков. То есть все случаи разные, все индивидуально. На этом мое видео заканчивается. До скорой встречи.
Не забудьте подписаться на канал, продолжение следует. Всем удачи в канароводстве.